Всем привет, ребята. Сегодня я... У нас долгожданное обновление с Соколом. Оно называется 0.825. Ой, 22. Блин, я уже что-то как-то путаю обновление. Ну, в общем, добавили новый высокоскоростной поезд Сокол. Он разгоняется 250. А Сокол это, если что, С-250. Высокоскоростной поезд, который находится в музее Санкт-Петербурга. Да, надеюсь, вы что-нибудь поняли из этого рассказа. Ну, в общем, еще добавили две миссии. Это 19 и 20. 19 мы должны перевести несколько вагонов. Я на 15 минуте попал в аварию и пришлось заново проходить. А тут все легко. Тут можно проехать все станции. Я их проехал. Их довольно, кстати, легко проезжать. Так что примерно за 5 минут вы справитесь. Ну, где-то 10. Ладно, давайте вначале посмотрим, чем тут занимается этот Сокол. Что он из себя представляет особого? Ну ладно, давайте. Ну, в общем, какую бы карту выбрать? Давайте на эхоуник на энники паники. Ты нафиг выходишь побережье? Энники. Ай, вообще, энники. Ой, пофиг на эти считалки, давайте уже побережье выберем. Хорошая вот карта, побережье. Мне же заново все проходить. Игра электрички, ей уже 5 лет вроде. Нет, 4 года ей, да, 4 года. Ну, в общем, скоро выйдет мод от Клёма на РЖД. Он переделает Сапсан ЦР-200 на Сокол С-250. Потому что я вам сейчас могу потом показать, когда буду снимать про РЖД, а потом я буду про УЗ снимать, потом я буду про БЧ снимать, потом я про КТЖ. Ну, как Клём сказал, так я и буду. Я не поняла, что ты стоишь не в станции? Ладно, давайте заезжать. Знакомая станция. Так должно она быть незнакомой вообще, в принципе. Вон, давайте открываем двери. Поехали, ребятки. Ребятки. Ну, в принципе, я могу отпустить, посмотреть, сколько там на следующую станцию. Нифига себе, мне долго ехать. Ну, это получается, я сейчас поеду, выйду на территорию, да и, в принципе, по прямой ехать, а потом... Суп с котом. Давайте. Погнали. Игра, кстати, очень хорошая. Вот у меня почему-то... У меня есть сообщество и ТГ-канал. На ТГ-канал никто не подписывается почему-то по ссылке. Пожалуйста, подпишитесь, ребята. Я же для вас стараюсь. Ссылка на канале есть. Подписывайтесь. Ну и в общем. У меня потом еще есть сообщество. Оно у меня в ТГ-канале есть. Ну то есть оно... В общем, посмотрите, если зайдете. Оно у меня есть... И я скажу так, я его ненавижу. Я реально ненавижу это сообщество, потому что... Слишком мало людей там. Вот, слишком много людей вышло. Знали бы, какой там звездец, кстати, творится. Ага, салам алейкум, так я не успел. Ну, в общем... Если зайдете в ТГ-канал, зайдете в сообщество, пожалуйста, подписывайтесь, я там опубликовать. Если я замечу то, что кто-то подписывается, и замечу, если какая-то движимость проявляется в моих вот этих соцсетях, то, конечно же, я буду лучше видео делать. Кстати, по поводу поездов из бумаги. Не знаю, кому-нибудь интересно, кому не интересно, можете не смотреть, а кому интересно, можете смотреть. Я по много поездов поднаделал, но не показываю их на канале. Я их показываю очень часто в сообществе. Главное, к чему я это говорю? Скоро я хочу вот снять видео, типа там поезда, вот, ну, длинное видео. Как думаете? Пойдет ли видео? Потому что я хочу сделать Сапсан.
Он примерно по длине будет, как вот... Вот это мой любимый P20 с двухэтажными вагонами. Ненавижу я вот эту электричку. Сами Майкл Джексон какой-то. Кстати, я скачал ПВЗ. Я скачал ПВЗ, это так. И что хочу сказать. Я, наверное, засниму видео, как я его прохожу. И что дальше? Дальше мне нужно ждать, пока эта собака уедет. И подождать, пока мне зеленый прогорится. Кстати, S250 быстрее, чем R200. R200 самый крутой раньше казался. Ну блин, это вообще имба. Смотрите, какой он красивый. Прям красавец. Ну и в общем, слишком... Вот мой канал... можно сказать, хорошие популярности. Раньше вот у меня вот я заметил, очень хорошо заметил то, что о, зеленый. То, что у моего канала есть периоды. Первый период, я хочу сказать, это тот период, который там много набирает видео. Ну, для меня много, 5000 или 2000, или вообще 10000, это вообще сколько. И для меня это, в принципе, нормально, сколько мой канал набирает. И сколько подписчиков, это у меня взрывается башка от одного видео. Я ж просто смайлики поставил и, типа, написал, почему тут нету этой России. Ой, сейчас, блин, а. Ну, в общем, у меня столько оно набрало, только мне не нравится то, что оно до 700, да, до 700 опустилось. А раньше оно было под 1100 лайков. Ну и в общем, и второй период, это когда мой канал вообще страдает в депрессии и нормально так-то не прогружается. То есть, к примеру, вот, один из периодов. Недавно был, когда я там выпускал картинку электрички, игры старые. Ну, в общем, вы понимаете, мой канал страдал, мой канал страдал, либо Лео, как это можно еще назвать. Ну, в общем, ой, я приехал, неужели? А, что-то я заговорился. Куда мне назад? Мне назад ехать, ну господи. Ну ладно, в принципе, я такой обзорчик снял на S250 и... А, точно, нужно на все сделать обзор. Еще обзор я сниму на... Блин, ну почему мне не остались у меня эти очки все? Видите, новый цвет появился. Можете там пока что что-нибудь сделать, что вам нужно было все видео. Просто можете там отвлечься. Ненавижу рекламу. Ну, извините то, что реклама. Ну и в общем. Так, а что я там хотел вообще в принципе сказать? А, ну ладно. Вот новый. Сейчас будет вообще, что я... Во, пойдет. И вообще, у нас сейчас осень. Меняем на осень. О, вот такой вот ТМ-2 сейчас у нас будет. Полтора года стать, ждать, пока загрузится. Ну и в общем, на ТМ-2 новый скин. Он прям такой краснючий. Прям краснючий. Прям красный. Прям таким красным наполнен. То, что вроде как взяли с вагона хаппера. Помните скин такой красненький на него? Ну и в общем, я буду каждое обновление снимать. Или вообще какое-то малюсенькое обновление, хоть будет Skyrally. Ну в общем, я пока что про поезда у меня видео. Но очень часто вот я начал выпускать бочим. Смотрите, какой... Подождите. Ну в общем, я очень часто начал выпускать видео про игры. И это хорошо набирает. Вот смотрите, в комментариях, если они, конечно, будут у меня высвечиваться, напишите, пожалуйста, то... Что вам больше всем нравится? Если больше комментариев будет, мне нравится, как ты про игры, про поезда или другие игры снимать, то я, возможно, вообще полностью или перейду на игры, но иногда буду поезда и жизни. Кому нравятся поезда и жизни? Вот, видите, насколько он насыщенный красным. Ну, а кому нравятся поезда из жизни, тот пусть пишет также, поезда из жизни нравятся. Посмотрим, сколько... Ты можешь назад отъехать, полудурочная ты овца?
Ну и в общем, так что вот, ну мне кажется, больше всего вам нравится набирать брать игры. Давайте ладно, в депо заедем. В общем, почему-то вот карта же новая, это Северный путь, она же проработаннее, лучше карты. Я не понимаю, почему у этой карты нету особенного. Вот такой вот круговорот в депо. А что тут депо вообще, блин? Вот как у вот это вот. Кстати, я ни одного топка не вижу, хотя он не должен тут быть. Почему топок вообще тут должен быть? Ладно, в принципе, насмотрелись. Такой красивенький цветик. Цветик, семицветик. Ну и в общем, давайте выходим. Так, что-то еще было. Вот что-то я помню, еще было, я не помню. А, ну все, в принципе, уже было. Так что, ребятки, давайте. А, точно, еще. Где тут языки? Добавлен новый украинский язык. Украинская мова. Я особо не разбираюсь в языке. Вот, я вот, русский язык. Родной язык, в принципе, по наследству. Да и вообще родился в этой стране. Так что, ребятки, давайте. Всем пока. И дякую за то, что посмотрели это видео. Да и вообще, я буду рад, если многие побольше будут смотреть видео с подпиской.